Здравствуйте, в эфире программа «Глаз народа». С 1 января 2016 года тестирование норм ГТО станет обязательным для учащихся всех образовательных учреждений России. Что по этому поводу думают северяне? Узнаем прямо сейчас. Совковое время мы сдавали, пусть школьники сдают. Мы за. Здоровье нации, да, да. Мы вырастим здоровое поколение. Естественно, нужно. Ну, для того, чтобы действительно активизировать организм, значит, здоровье укреплять и вообще как бы иммунитет активизировать. Я лично выпускница вот сейчас 9 класса, если вот меня попросят сдавать вот нормы ГТО, ну, я бы как бы не этот, мне было бы не радостно. Но наука мне нравится, но физподготовка не очень. Отличная идея, мне кажется. Это здоровье нации и, ну, одни плюсы только от этого. Поддерживать себя в хорошей форме – это всегда здорово. И я думаю, нормы ГТО к этому приведут обязательно. Вообще нужно поддерживать спорт в стране, мне кажется. Это хорошее развитие идет молодежи. Ну, поэтому я за. Только рад. Ей-богу. Почему? Ну, во-первых, наконец-то хоть что-то эти мелкие начнут делать. Ну, а во-вторых, посмотрите на нынешних школьников. У них все учебники, все портфели, все сумки находятся в их шкафчиках в школе. Они физически не будут готовы ни к чему. Так хоть что-то будет. На мой взгляд, да. Все-таки молодежь, которая занимается спортом, естественно, становится более здоровым поколением. Дальше в армию молодым людям легче будет служить. И, да и девушкам не помешает. Вообще спорт – это всегда хорошо.